Дорогие друзья, мы находимся в залах Военно-исторического музея Дома офицеров Забайкальского края. Вашему вниманию будет предоставлена экскурсия по экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне. Мы находимся с вами в начале экспозиции, где образно представлена подготовка фашистской Германии к войне против Советского Союза, ее агрессивные силы. К нападению на Советский Союз фашистская Германия готовилась в течение длительного времени. Еще в резолюции Адольф Гитлер цинично и лицемерно оправдывал свою захватническую политику, оправдывал политику, агрессивную политику против Советского Союза, утверждая, что необходимо ликвидировать угрозу, русскую угрозу, и ликвидировать готовящееся наступление Красной Армии. 18 декабря 1940 года он подписывает директиву номер 21, известную как «План Барбаросса». В экспозиции представлены извлечения из данного плана. Основой этого плана явилась теория Блицкрига, молниеносной войны, когда в течение небольшой кампании, максимум в течение 5 месяцев, фашистская Германия стремилась уничтожить Советский Союз. По этому плану действительно Советский Союз должен был уничтожен. На его территории созданы 4 германские провинции, рейхскомиссариаты. 30-40% населения должны быть выселены за Урал. 10-15 онемечены, остальные уничтожены. Самым главным направлением интересов фашистской Германии являлось Ленинград, Москва, промышленный центральный район, Донецкий бассейн. И во всех документах регламентировалось жестокое обращение и отношение не только к воинам Красной Армии, но и к мирным жителям. Фашистская Германия сосредоточила огромное количество дивизий и в 3 направления удара. Вот здесь как раз в экспозиции мы можем видеть северное направление Норд, центральное направление Митте и южное направление Зюд. То, что схватка неизбежна, понимали все. И тем не менее, для советского народа, для его вооруженных сил, нападение фашистской Германии было неожиданным, было вероломным, что и прозвучало из правительственного заявления о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Мы можем с вами только представить, когда заканчивался субботний день, 21 июня, мирным трудом заканчивался этот день. В цехах замолкали станки, рабочие уходили на воскресный отдых. В западных районах страны и в южных колосились хлеба, а в южных районах уже начиналась страда. Но все изменилось буквально через несколько часов. Рано утром 22 июня 1941 года фашистская Германия напала, вероломно напала на нашу страну. Боевые действия развернулись по всем 3 направлениям, по всему фронту, в продолжении 3500 километров. Кровь, смерть, трагедия, беда пришла в каждый дом, в каждую семью. Именно в те трагические дни родилась песня «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Фашистская Германия начала бомбардировку мирных городов, аэродромов. Артиллерийский огонь был открыт по пограничным заставам. Бомбардировка дорог, бомбардировка железнодорожных коммуникаций.
штабов Красной Армии, чтобы парализовать действия Красной Армии. Все это началось одновременно по всему фронту. В первые дни Великой Отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР была объявлена мобилизация военнообязанных 1905-1918 годов рождения во всех военных округах, за исключением Среднеазиатского, Забайкальского, Дальневосточного. Было обеспечено единство партийного, государственного, военного управления страной, создан Государственный комитет обороны, создана Верховная ставка главнокомандования. И здесь в экспозиции, я думаю, уникальный документ. Это газета «Вечерняя Москва» от 3 июля 1941 года, в которой была опубликована речь председателя Государственного комитета обороны Иосифа Виссарионовича Сталина. Именно в этой речи прозвучала полностью программа действия советского народа в годы Великой Отечественной войны. Прозвучал главный лозунг, главный тезис «Все для фронта, все для победы». В первые месяцы войны создавались и оборонительные сооружения, создавались дивизии народного ополчения, которые затем в течение военных действий становились кадровыми соединениями. С началом Великой Отечественной войны воинские соединения, которые дислоцировались на территории Забайкальского военного округа, приняли участие в военных действиях. Вот одним из первых таких соединений была 16-я армия под командованием Лукина. Еще в мае 1940 года она была передислоцирована в Киевский особый округ. И в этой дивизии, в этой армии воевал Петр Алексеевич Белик, командир 8-го отдельного мотоциклетного полка 20-го механизированного корпуса Забайкальского военного округа. Его жизнь – это яркий пример служения своей родине, своей отчизне. В юношеские годы он поставил перед собой цель – стать военным. Он хотел быть летчиком, но судьба распорядилась иначе. Он окончил бронетанковые курсы в 1932 году в Москве с отличием. Он службу проходил и в Забайкальском военном округе в 1937 году. Его судьба сюда занесла, в Забайкальский военный округ. А в первые дни войны он участвовал в боевых сражениях под Шепетовкой, под Бердичевым, под Острогом, где не только отражали атаки противника, они сумели приостановить, сковать силы 6-й немецкой танковой армии. Петр Алексеевич Белик вспоминал о первых днях войны. Вот здесь-то немцы по-настоящему почувствовали на себе, что такое забайкальцы. Мы непрерывно наносили по фашистам сильные танковые контрудары, устраивали танковые засады, внезапно наносили по тылам врага удары. Немцы несколько раз пытались окружить и уничтожить танковые соединения забайкальцев. И каждый раз получали сокрушительные удары. Мы дрались до последнего патрона.